Доброе утро, наши друзья! Доброе утро! Доброе утро всем добрым людям! Вы находитесь на канале Лариса Евстигнеева и Сергей Ефремов. Сегодня я хочу вам предложить обалденный салат. Просто обалденный! Это универсальная закуска и для борща, и просто как второе самостоятельное блюдо, гарнир. Да я не знаю, что можно сказать, но вы только попробуйте. И один раз вы попробуете, и несомненно будете делать ее каждый год. А что нам для этого потребуется? Это 4 килограмма свеклы. Я ее потерла на комбайне. Это не реклама, не буду даже показывать, на каком комбайне я это делала. У каждого свой комбайн. У кого терочка, у кого ручки, а у кого и комбайн. Значит, здесь 4 килограмма свеклы. 1,5 килограмма томатиков. Я их тоже блендером перебила. Дальше нам нужен килограмм лука, полкило моркови и полкило болгарского перца. Все это мы должны просто обжарить. Лук, морковь и перец. Еще нам нужен будет чесночок, острый перец и растительное масло и, конечно же, уксус, соль, сахар и песок. Для начала мы обжариваем лук, морковь, перец. Вот у меня уже здесь все в готовом состоянии. Берем большую кастрюлю, все перекладываем обжаренные овощи. Добавляем мы сюда протертую свеклу, томатики. Добавляем соль, сахар и тушим 40 минут. Ребятки, попробуйте, не пожалеете. Это обалденная закуска. Обалденная, как самостоятельное блюдо и как для борщика. Я вас уверяю, вам это очень понравится. А этот рецепт из времен СССР. Ну что, все, вот мы загрузили. Сейчас мы дождемся закипания. И будем тушить 40 минут. А, хочу подметить, что я сюда еще добавила 50 грамм соли и 180 грамм сахарного песка. И 100 миллилитров 9% уксуса. А в конце варки мы еще добавим 100 миллилитров 9% уксуса. То есть все хорошо перемешали. Дожидаемся закипания и тушим 40 минуток. Ну вот и все, прошло 40 минут. Я добавила вторую часть уксуса и 200 грамм измельченного чеснока. Еще 5 минут у меня вот сейчас маленечко так побулькает. И я буду раскладывать стерилизованные баночки и крышечки, тоже которые вот здесь прокипятила. Готовьте с удовольствием, готовьте с душой. И я верю, что вам эта заготовочка очень полюбится. Потому что то, что было раньше, ведь хозяюшки не имели такой возможности купить что-то в магазине. Поэтому все заготовки испробованные и 100% достойные. Оставайтесь с нами, Лариса и Сергей. Ну вот, ребятки, получилось 16 пол-литровых баночек. Попробовала на вкус. Пальчики точно оближешь. Готовьте с удовольствием. А когда еще из своих овощей выращены своими ручками, то это вообще просто супер. Не пожалеете. Приготовьте хотя бы один раз. Я вам просто советую. Пока-пока.